Приветствую вас, ну вот, поспешила коллега сказать, что у вас эмоциональная зависимость от мужчины. Я тоже думаю, что такая интерпретация вашего состояния, вашего переживания, ваших эмоций, переживания сейчас, а вот те, которые сейчас у вас есть, да, переживания, мне кажется, что такая интерпретация ваших переживаний является немного преждевременной, потому что, на мой взгляд, вполне вероятно, что дело-то все в том, что человек исчез, просто исчез. То есть осталась такая вот незавершенность, как будто бы осталась незавершенность, и вы вот ее как бы переживаете, эту самую незавершенность. Поэтому мне кажется, что имеет смысл стараться сперва завершить вообще в этой ситуации, разобраться. Вот, имеет смысл как-то вообще, может быть, лучше для себя немножко понять, что происходит, и уже потом, после, может быть, говорить о наличии вот эмоциональной зависимости, вот. Ну, точнее, не эмоциональной зависимости, да, тут правильно, наверное, сказать, все-таки любовная зависимость, вот. Это такой момент, да, ну а то, что вы думаете про человека, то, что у вас все мысли о нем, это связано с вашей потребностью, то есть вот с тем, что вы хотите, это связано с тем, в чем вы нуждаетесь, вот, и, в общем, на мой взгляд, здесь нужно просто как-то вот поделикатнее, да, посмотреть, что именно вам нужно, посмотреть, в чем именно вы нуждаетесь, посмотреть, что вы хотите, вот. И, соответственно, уже с потребностной сферой в большей степени работать именно с потребностной сферой. Вот. Ну, в большей степени взаимодействовать с потребностной сферой, мне кажется. Вот. Это, как вот мне думается, это, ну, в большей степени адекватно. Да, это, мне кажется, вот в большей степени справедливо, что ли, вот, понимаете, вот я думаю, примерно так можно ответить вам на вопрос, то есть, на мой взгляд, коллега все-таки, вот, несколько поспешила сказать, что у вас эмоциональная зависимость. Вот. С другой стороны, конечно, если у вас не реализована потребностная сфера, то вы можете попасть в эмоциональную зависимость. Именно поэтому так важно после вот завершения этой ситуации для вас, поэтому так важно дальше вот с потребностной сферой поработать, да, чтобы
чтобы не повторять, скажем так, этой вот, ну, эту ситуацию, чтобы она не повторилась в дальнейшем у вас, чтобы вы все-таки были более независимым от мужчин, вот, чтобы вы не переживали по поводу того, что мужчина пропадает. А с другой стороны, ситуация может быть и такова, что вы просто-напросто восприняли на свой счет то, что мужчина исчез. То есть вы думаете, а вдруг это я что-то не так сделала, вдруг это я как-то неправильно себя повела, вот. То есть это вот еще такой момент может быть, ну, в какой-то степени мнительно, вот, тоже может быть вполне. Поэтому мне кажется, что нужно во всем здесь подробненько так разобраться и уже потом делать выводы. Вот. А мы сейчас, ну, забыть невозможно, забыть совершенно точно нельзя, это память. Вот, мысли из памяти не убираются, мысли из памяти не уходят, вот, забыть нельзя. Но разобраться с тем, почему и как вас это беспокоит, более чем возможно, было бы желание ваше. Вот. Такая история, на этом все. Надеюсь, что помог. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.